И всем привет, мои дорогие ребята! С вами я, Левон, и сегодня я буду вас учить, как делать свои футболки. То есть, как сделать самому свою футболку. Заходим в аватар. Вот здесь, T-shirt. Вот видите, вот это я сделала, вот это тоже я сделала. Вот сюда. И много чего я сам сделал. И кнопочка Create. Вот. Вот здесь. Выбираем картинку. Я лично сам выбрал фото Adidas. Из Adidas вот это. Сканируем. Вот, она здесь у нас скачалась. Вот. А потом заходим сюда и идем. Находим нашу футболку. Вот она. Делаем. Вот. Т-ширт, суклс, непонятно. Ну, давайте оденем. Вот это все футболки я сделал сам. Без какой-либо помощи. Заходим в аватар. И вот она, можем одеть. И вот так она выглядит. Давайте зайдем в одну игру и посмотрим. Заходим в Games. И в какую игру нам сыграть? Я знаю, в какую. Вот эту. Заходим. Ну что ж, вот так она выглядит у нас. Ну, а всем пока. До новых встреч. Нажмите лайк, подписывайтесь, ставьте колокольчики. И всем пока!